Проработать механизмы дальнейшего снижения ставок кредитования поручил Национальному банку президент Казахстана. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с общественностью Мангыстауской области. Глава государства подчеркнул, что будет лично держать этот вопрос в поле зрения и отметил, прежде всего следует повысить доступность кредитов для малого и среднего бизнеса. Для роста экономики и доходов населения важным является расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. Развитие малого и среднего бизнеса – это новые рабочие места, доходы, улучшение качества жизни населения. Уже сегодня мы наблюдаем позитивные тенденции кредитования экономики и снижения процентных ставок. С начала года рост новых кредитов в промышленности составил 40,3%. В торговле 17,6%. Ставки по тенговым кредитам снизились до 12,4%. Данную тенденцию важно сохранить и усилить. Поэтому, поручая Национальному банку уже в текущем году проработать механизмы дальнейшего снижения ставок кредитования и увеличения объема финансирования экономики. Также президент призвал больше загружать порты Актау. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству активизировать работу со странами Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Китаем по привлечению дополнительных грузопотоков через Казахстан. По мнению главы государства, это сделает транскаспийский маршрут более привлекательным и экономически выгодным. Эффективное использование транзитных возможностей нашей страны является одним из наших долгосрочных приоритетов. Через Мангыстаускую область проходит транскаспийский международный транспортный маршрут, который соединяет Китай, Юго-Восточную Азию, Индию, страны Персидского залива, Турцию и Южную Европу. Поэтому необходимо активизировать работу по дальнейшей загрузке портов. Следует усилить взаимодействие с морскими и железнодорожными администрациями прикаспийских государств в части проведения согласованной тарифной политики. Касым-Жомарт Токаев сделал заявление и о билбордах со своим изображением. Их установили в Актау накануне приезда главы государства. Президент отметил, что считает такую инициативу со стороны местных властей неуместной и подчеркнул, что потраченные средства было необходимо потратить на социальные нужды. Мне буквально вчера сообщили, что в Актау поставили более 10 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно. Я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость? Затраченные средства надо было направить на социальные объекты. Билборды надо посвящать демонстрации реальных успехов нашего государства во главе с Елбасы. Это мое указание акимам всех уровней.